Как и обещали, будем говорить сегодня о путешествиях. Все почему? Потому что у нас в гостях Алена Прокудина, путешественница, организатор туров. Доброе утро. Доброе утро. Слушайте, ну вы побывали в 57 странах, так написано у вас в Инстаграм. Да. Это точная информация? Да. Как все начиналось вообще? С какой страны все начиналось? Ну, изначально первая моя страна была для путешествий – это Таиланд в 2007 году. Так. Это был организованный тур через турфирму, все банально. Mm-hmm. А вот, наверное, такая самостоятельная жизнь путешественника началась в 2014 году, когда я первый раз полетела в Америку. Это прям была такая мечта-мечта. А сколько уже стран к этому моменту посетили? Ну, Таиланд и США, вот. А то есть потом с 2014 года еще 57 стран. И понеслась. 65. Самая экзотическая какая была, ну так, если навскидку? Ну, наверное, Колумбия, потому что это была такая вот поездка, случайно я полетела туда одна. Не должна была одна, вроде Колумбия, опасно все. Но для меня это было как вызов себе, что типа я смогу. И это было прекрасное путешествие, страна невероятно красивая. Я думал, сейчас будет так, случайная поездка, я, то есть, с друзьями праздновали, проснулась в Колумбии. То есть, были в Краснодаре, а в Колумбии. Вы понимаете, что... Вы воплощаете мечту вообще миллионов людей, ну, по крайней мере, мою. Как вообще стать путешественником? Как вообще так жизнь свою спланировать? Это же надо зарабатывать, это же, ну... Ну, конечно, надо как-то зарабатывать. Как еще? Ну, во-первых, из мечты надо делать цель. Так. И уже идти к ней. И, наверное, для начала нужно поставить... Цель все такое, что когда вы едете в какую-то страну, вы едете именно смотреть страну. А, допустим, не жить там в шикарных отелях. Это, ну, как минимум, это какая-то экономия. То есть часто я летаю, допустим, в Америку, там, в тот же Чикаго, Нью-Йорк, я живу в хостелах, я питаюсь в каких-то, грубо говоря, забегаловках, потому что это экономия. Я смотрю страну, смотрю город, и это изначально моя цель. То есть, а не жить люкс, скажем так, отдыхом. При путешествиях на что вы больше всего обращаете внимание? На какой-то ландшафт, природа? Или с людьми пообщаться, или культурно обогатиться, или с животными, или... Ну вот, наверное, больше живая природа и такая природа. И не живая, и живая, и живая. И каменные джунгли, и обычные. Вы плавали с китами в Охотском море. Да. Как вообще это возможно? Они же огромные. Да. Как с ними плавать? На сапе. Это доска такая специальная. Да. Да, сап, да. Вот, и это был организованный тур. Мой друг Александр из Москвы. Он фотограф. Говорит, киты вот здесь. Поплыли к ним. Ну, да, да, типа я к китам плыву на Шантары. Поехали со мной. Я такой, почему бы нет, это ж киты. Это была прям экспедиция. Это была прям экспедиция на 11 дней. Это было прекрасное время, потому что там не было связи. 11 дней без интернета, без ничего. Это правда очень прекрасно. И отдыхаешь просто на полную катушку. Вы же стали опекуном одного из китов. Да. Как? И что это за история? Где он живет и как вы его опекаете? Он живет в Охотском море. Зовут его Валера. Кит Валера. Хороший. Я извиняюсь, а Валера он синий кит или он кашалот или как-то там? Валера синий. Касатка Валера. Это горбатый кит. Ну, Валера еще и горбатый, оказывается. Так, подождите, а почему, а зачем китам опекуны? Ну, вот когда как раз мы были на Шантарах, нам рассказали, что можете взять кита в опекунство. То есть эти деньги, которые, скажем, платим за опекунство, так. Они идут на благотворительные цели. То есть исследователь покупает какое-то оборудование, чтобы изучать китов. Угу. Я захожу на сайт, выбираю себе кита, там определенный номер. Есть каталог китов? Да, да, и там еще касатки есть, но я выбрала кита. Угу. И там прямо написано, что Алена Прокудина является опекуном такого-то кита, которого зовут Валера. И он обитает в Охотском море. Они за ним наблюдают. Да, и они мне присылают фотографии. Пока еще такого не было, потому что только в этом году стал его опекуном. То есть, когда они... Валера с плавником. Мама, привет. Помимо того, что вы с китами общались и плавали, вы еще покоряли Эльбрус. Правильно говорить. Восхождение восходило. Горы не покоряются. Да. Прошу. Никто не покорил еще горы. Нет. Да, да. Да. А, значит, почему Эльбрус? Есть же горы поменьше, где не так холодно, но тоже красиво. Ну, я и была и на поменьше, и красиво, где не так просто холодно. Просто такой пунктик. Да, это пунктик. Я просто решила попробовать, что такое именно восхождение на высокую точку. Эльбрус – это, получается, самая высокая точка Европы, России, пятитысячник. И я подумала, почему бы и нет. И я уже к тому моменту ходила два года
знаю, по горам. И я спрашивала своих гидов, я говорю, как вы думаете, я смогу? Они, да, конечно, сможешь. Просто в 2017 году у меня было неудачное восхождение, я не смогла взойти. Я взошла на 5000, мне стало тяжело, и я спустилась с гидами обратно. Это было очень тяжело морально пережить. И я дала себе год, чтобы конкретно подготовиться. И в 2018 году я очень подготовилась. Запаслась кислородом. Да. Я занималась спортом усердно. И в 2018 году я взошла. Это было невероятно, эти эмоции. И я просто хотела ощутить это, эти чувства на вершине чего-либо. И это невероятно. С чем сравнимо? С китами сравнимо? Или это другое? Это немножко другое. Похоже, но по-другому немножко. Это вот ты стоишь на вершине чего-либо, в моем случае Эльбрус, и ты понимаешь, что внизу какая-то своя жизнь продолжается. Что ты выше всего этого. Да. В Европе находится. Хорошо. Возвращаясь в наш регион, невероятный, красивый, есть уже такие протоптанные маршруты из года в год, которые уже традиционными стали. Несколько раз на Аштен, если я не ошибаюсь, мы сходили. Не скучно ли по одной и той же тропе несколько лет подряд? Знаете, не скучно. Я тоже сама себя удивляюсь, потому что я очень часто в одни и те же места езжу. Не скучно, потому что как-то, возможно, разная погода, какие-то разные времена года, и совершенно по-другому все смотрится. И поэтому, как вот сказал организатор туров, я поэтому стала людей возить и показывать эти места, потому что многие о них даже не знают, живя в Краснодаре. Кошмар. А вы чаще одна путешествуете или все-таки с компанией? Наверное, 50 на 50. Ага, то есть и так, и так. Можете поделиться вот некоторыми секретами для путешествий? Может быть, каким-то образом можно сэкономить на авиаперелетах, там как-то накопить мили? Вообще, так, чтобы посетить много мест за год, условно говоря. Можно. Я очень часто сижу на сайтах и просто смотрю перелеты себе. Так летала на Байкал, я просто сидела, листала, такая, о, дешевые билеты, куплю. А там разберемся. Камчатка, вулканы, так же, да, происходило? Да. На Камчатку очень часто акционные билеты с огромными скидками, и мы так компания друзей вначале купили билеты на самолет, а потом уже через полгода нашли, кто нам организует тур, и собственно собрались и полетели. Хорошо, есть какие-то любимые места вот у нас в России, потому что многие пытаются там путешествовать, куда-то летать, на острове Пасхи вы были и так далее, но у нас же в России столько невероятных мест, что вы порекомендуете куда съездить? Камчатка, вот я там, мне кажется, сердце просто оставила, это невероятное место, там невероятные люди живут, эти вулканы, касатки, медведи, которые в метре от тебя. К нам даже в лагерь палаточный приходил медведь. С одной стороны, было и страшно, а с другой стороны, круто. А если ты встретил медведя в дикой природе, как вообще с ним общаться? Ну, там несколько моментов. То есть, вот, лучше не убегать? Нет, ни в коем случае. Я слышал, надо рюкзак поднять над собой. Да, типа, да, вот рюкзак, более палки. Более крупный самец. Ага. Ну, и мы когда пришел в лагерь, мы просто орали, шумели кастрюлями, чтобы он ушел. Это было очень смешно, конечно. Но сейчас Валеру позову. У меня есть Валера, как бы. Да, да, на секундочку. Подождите, а это же ваша основная работа получается? Или... Нет. Нет. Нет, да. А где зарабатываете деньги? Это секрет. А почему человек в Колумбии летал, может быть? Я работаю фотографом. А, вот оно что. То есть вы совмещаете приятно с полезным? Да, конечно. Круто. Смотрите, после стольких лет, после стольких путешествий по всему миру, вы проживаете все равно в Краснодаре. Да. Почему именно так? Почему не осели где-то в другом месте? Не знаю, наверное, как-то, ну, вот родилась я здесь, моя семья, друзья. Каждый раз прилетаю в Краснодар и думаю, я дома, мой любимый Краснодарчик. Я так люблю этот город, правда. И пока я всегда возвращаюсь сюда, я не исключаю такую ситуацию, что я могу переехать куда-то в другой город по России, в другую страну. Но здесь и сейчас я кайфую от того, где нахожусь. И, кстати, в Инстаграм вы пишете, что поможете полюбить Краснодар, если кто-то еще его не успел полюбить. Ну, а у вас не было ситуации, когда, ну, вот, вы говорите, что приезжаете, мой любимый дом, так скажем. Да. Уезжайте в какую-то страну, там просто невероятная природа, вы там просто в полном восторге приезжаете сюда, а тут уже такая обыденная, скажем так, природа. Нет, нет желания прибраться? Нет, нет. Такого. Когда я путешествовала по Америке, думала, я бы могла здесь жить. Угу. То есть я смогла бы с этими людьми жить, скажем так, все там другой менталитет, но нет. Надо знать языки хорошо. Какой у вас уровень владения? Или можно прям какой-то ограниченный набор иметь, чтобы общаться? Нет, ну были ситуации, когда я там и себе ногу вывихнула, мне нужно было в аптеке объяснить, что со мной случилось, чтобы мне помогли. И машину я в прокат беру, когда полицейские остановили, нужно как-то было с ними общаться. Объясняться, почему я нарушила скоростной режим. Ну, вы имеете в виду, что не стоит бояться того, что ты... Нет, да. Но у меня не идеальный уровень английского, но для путешествий вполне подходит. То есть, конечно, говорить слово hello, с этим маловато путешествовать. Маловато, друзья. Но всем, кто к нам только подключился, всем hello, как говорится, путешествуйте, пускай мечты сбываются. Огромное спасибо.
Алена Прокудина была сегодня вместе с нами. Ну а вы оставайтесь вместе с хорошим утром.